Это рубрика «Дичня» на подходе. Сегодня в ней интересное видео. Вообще, откуда звук? Где? Дичь дня. Сегодня мы вновь отправились в информационный лес, но дичь сама бросилась нам в руки. Нам прислали видео с камер наблюдения, расположенных на одной из улиц города, где мужчины орудуют лопатами. Вроде бы ничего необычного. Но затем в мужчинах просыпаются дети, и работа превращается в веселую игру. Но потом дети засыпают, и просыпаются джедаи. Не знаем причину такого агрессивного поведения, но подозреваем, что в объектив камеры наблюдения попали съемки нового, возможно, голливудского фильма. Мы решили помочь режиссеру и самостоятельно смонтировали трейлер к этому фильму. Они – братья по лопате. Но судьба разделила их по разным дворам. Они не ведали страха, яростно сражаясь за родную управляющую компанию. В сухих валенках останется только один. Захватывающая история о том, как снег сумел настроить своих врагов друг против друга. Этой зимой в вашем дворе «Снежная сеча» в 3D. Аккуратнее, при просмотре снег может попасть вам за шиворот и вызвать сопли. Это была «Дичь дня», но если вы знаете месторасположение жирненькой информационной куропаточки, тогда воспользуйтесь этим манком. Мы придем и расправимся с этой дичью. «Дичь дня».